Углубление интеграции и развитие бизнеса будут обсуждаться на 3-м Евразийском экономическом конгрессе. Форум пройдет сегодня в Москве. В центре внимания экономическое сотрудничество стран ЕС и ЕАЭС в условиях международной напряженности, а также перспективы, угрозы и механизмы защиты бизнеса. Состоятся круглые столы на тему формирования общего рынка лекарственных препаратов и медицинских изделий ЕАЭС, развития торговли, рынка капитала и страхования, IT-индустрии. Отдельные эксперты рассмотрят проект нового таможенного кодекса ЕАЭС. В Гомеле проходит международный детский конкурс «Музыка надежды». В город над Сожем съехались юные дарования из Беларуси, Литвы, Молдовы, России, Украины, Израиля. Участников ждут не только выступления, но и мастер-классы, концерты и экскурсии. Первый подобный конкурс прошел 20 лет назад в поддержку талантов из регионов, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Сейчас форум открывает имена новых виртуозов на международном уровне. Победителей ждут дипломы и премии специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня днем практически по всей стране пройдет снег, а местами и самые настоящие метели. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. На дорогах галоридица, а температура снизится до 5 градусов мороза. Из-за непогоды в Москве отменили десятки авиарейсов, в том числе самолеты Москва-Минск на 9 часов утра и на 11:30.